Дорогие мои зрители, хочу выставить фильм о Кафедральном соборе города Энна еще и отдельным эпизодом, потому что храм очень замечательный, красивый, а у меня есть альбом, посвященный самым красивым храмам, монастырям мира. Итак, ночь, город Энна. Мы вышли с ломбардского замка, где присутствовали на празднике, и отправились гулять по городу. И проходя мимо кафедрального собора, а мы хотели его посетить завтра утром, вдруг увидели, что двери открыты. Решили заглянуть. И какое же наше было удивление, что в полночь собор открыт. Не было никого, только ходил работник храма, работник этого собора. И мы. Это было так здорово, так невероятно приятно ходить в таком огромном красивом соборе одним. У собора сложная судьба. Собор Марии Пресвятой Богородицы. Он был построен в начале 14 века, но потом был уничтожен огнем в середине 15 века. Долго восстанавливался, реставрировался. И вот нынешний вид, который мы видим, это примерно, наверное, где-то 18 века была существенная реконструкция. Но очень многие элементы в соборе остались еще с того самого первого собора 14 века. Кстати, этот собор был возведен на руинах храма Прозерпины. То есть еще до 14 века здесь был храм. Как и все итальянские храмы, этот собор достоин того, чтобы вы зашли сюда и посмотрели. Даже если вы не католик, даже если вы не верите в Бога, вы в любом случае верите в красивое и прекрасное, каким является этот собор. И вы знаете, что было еще приятное? Мы ходили минут 30, я фотографировал, снимал. Мы подходили к каждой картине, смотрели, пытались прочитать надписи, что написано. Одни во всем храме, полночь. И вдруг увидели, что работник этого храма стоит возле дверей и смотрит на нас. И до нас дошло, что он ждет, пока мы выйдем. Это было очень приятно. Спасибо ему большое.